Привет, у меня новая посылочка от RC Motors. Решил я купить дешевых кузовов от китайского производителя Рема. Об этих кузовах, в принципе, уже многие знают. Но вот новая поставочка в RC Motors, получилось, что они там стоят около 1000 рублей, а если там партнерская программа, бонусы, то и того меньше. Итак, решил за такую цену взять сразу два. Так, вот у нас заказ. Получается, один кузовок обошелся 927 рублей. Это учитывая, что сейчас 2017 год, и кузов 10 масштаб для шарта за такую цену, я считаю, это очень выгодно побашить. Так, откроем, посмотреть. Рема Хобби. Как интересно сделано. Я думал, что это будет как наклейки декали. Как они так и сделали первый раз. Как будто бы выкрашены прямо. Ничего себе. Так, красненький. Синенький. Толстый лексанчик. Я думаю, должны они походить. Вроде бы отзывы хорошие. Вот RC Buyer долго шарта катал. И у него эта корочка, в принципе, он даже зимой катал, не ломалась. И та-дам-та-дам. Слипер. Слипер Рема подходит на слыша. Причем их там есть два вида. Там где-то рублей за 700 и за 900, типа тюнинговый. Ну, посмотрим, там пока корпус дифа идет. Можно и со слипером погонять. Ничего страшного. Так, можно, в принципе, прикинуть, как корка встанет на лося, например. Так, за такие деньги отличный вариант. Дополнительно решил заострить внимание о том, что все надписи на корке от Рема реально являются как бы покраской кузова. То есть, если, допустим, стоковый кузов с ролики лоси, все надписи — это декали. То есть вот он, начало наклейки. Можно все отодрать ногтем. То у корки Рема это является частью покраски. То есть все эти надписи, вот эти вот Рема, Offroad, 9M, их просто невозможно от корки отодрать. Я-то рассчитывал снять все это дело, повесить там Траксос. Получается, вот прям вот готовый продукт, ездить только так, как раскрасили на заводе. Вот это вот неожиданность, конечно.